Чтобы быть счастливым, будь им. Единственный человек, который может сделать вас счастливым, вы сами. Бог так создал человека своими руками, ногами, интеллектом, внешностью, душой. Дал ему жизненную энергию только с одной целью, чтобы человек все это, что внутри него, все, что он из себя представляет, и все, что вокруг него, использовал для того, чтобы быть счастливым. Это единственная цель, единственное предназначение человека. В чем смысл жизни? Быть счастливым – очень простой ответ. Надо воспринимать этот мир – это как набор инструментов для выстраивания своей собственной траектории счастья. Каждый человек, даже я сейчас сидящий напротив вас на экране, нужен всего лишь для того, чтобы с помощью этих людей, этих событий, да весь мир, вся Вселенная создана для того, чтобы вы были счастливы. Найдите свою траекторию, свой путь, но он должен быть ваш. Нужно играть свою роль, остальные роли уже заняты. Второе наблюдение. Стоит жить здесь и сейчас. Знаете, это была такая советская, наверное, мифокультура. Все время откладывать жизнь. Не знаю, как ваши родители. Мои родители все время откладывали жизнь, все время собирались жить. Купим квартиру, тогда поживем. Вот купим машину, тогда вот все будет хорошо. Лучше получать удовольствие от того, что есть, чем все время жалеть от того, чего нет. Чего нет, всегда больше. Ты делаешься абсолютно несчастным человеком. Говорят, смилуем рай в шалаше. Действительно, шкала удовольствия, шкала счастья, она плавающая. Миллионер радуется новому Майбаху ровно с таким же счастьем, с которым нищий радуется найденному яблоку. С точки зрения нейрофизиологии, удовольствие они получают одинаковое. Поэтому всегда, что бы у вас ни было, какой бы ни было достаток, сколько бы вы ни зарабатывали, в какой стране вы ни жили, все равно сколько это будет неудовлетворений, чего-то не будет получаться. Я видел огромное количество людей, которые живут достаточно умеренно и очень счастливы. У меня очень много клиентов, у которых невероятный достаток. Но я бы не оказался на их месте. Они абсолютно несчастливые люди. Тот же Козьма Прутков сказал такую фразу однажды. Хочешь быть красивым, поступи в гусары. Так вот, хочешь быть счастливым, начни это делать прямо сейчас. Не откладывай. Лучшее время посадить яблоневое дерево было 20 лет назад. Следующее лучшее прямо сейчас. Можно лежать на диване и мечтать выстроить свою жизнь. А можно начать это прямо сейчас делать. Сделать первые шаги. Понять, куда идти. Почувствовать себя. Начать действовать. Сами по себе мысли вас счастливыми не сделают. А вот действия, направленные в сторону того образа, который вы представляете как образ своего счастья, они к чему-то приведут. Потом сами действия должны тоже доставлять вам удовольствие. Когда мне говорят, а где ты, в какой стране, ты живешь в разных странах, ты путешествуешь, ты там работал в 50 странах, еще путешествовал в 70, а где тебе больше всего хорошо? Так вот, друзья, мне всегда лучше всего там, где я нахожусь сейчас. Какой смысл сидеть в Барселоне и мечтать о Венеции? В Барселоне получи удовольствие от Барселоны. Будешь в Венеции, получи удовольствие от Венеции. Где угодно можно найти то, чему радоваться, чему удивляться.